Передаю привет всем, кто с Луганской Народной Республики. Военнослужащие, призванные в оккупационную российскую армию из так называемой Луганской и Донецкой республик, в результате наступления украинских вооруженных сил отступили к государственной границе с Россией. Об этом сообщают украинские телеграм-каналы. Согласно сообщению, военнослужащих так называемых республик уже двое суток держат на границе и не пускают на территорию России. Военным ничего не объясняют, а протестующим угрожают арестом и расстрелом. Наблюдается такая картина. Весь батальон отошел с позиций, и его не выпускают с Российской Федерации. Люди уже вторые сутки на границе, их не выпускают, никаких комментариев не дают. Что делать, мы не знаем, так как нас не выпускают, грозятся тюрьмой, расстрелом и так далее. Поехали.